Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Дистилье. Сегодня мы с вами будем готовить морс из клюквы. Настоящий сибирский морс. Для изготовления морса, на 3 литра морса, нам потребуется полкило клюквы. Можно свежую, можно мороженую. Значит, я использовал мороженую, она сейчас уже разморозилась. Очень удобно вот таким образом поступить, то есть взять дуршлаг, поставить миску, и дальше необходимо будет выжать. Приступаем к выжимке. Итак, мы, значит, подавили наши ягоды. Когда вы заметили, что уже там трещать все перестало, то есть все ягоды передавлены, жмых от клюквы оставшийся мы перекладываем в мультиварку, в чашу для мультиварки. Вот. Все, выгребаем аккуратненько, все. И заливаем сюда 4 литра очищенной воды. А полученный сок мы, значит, убираем в холодильник до окончания процесса. Чашу мы помещаем в мультиварку со жмыхом и заполненной водой. Мультиварку закрываем. Так как у меня мультиварка-скороварка, значит, закрываем клапан, включаем режим варка, выбираем режим меньше, 18 минут. То же самое, в принципе, если у вас нет мультиварки, можно сделать все это и на обычной, значит, печи, там, газовой или электрической, без разницы. Просто в мультиварке получится немножко быстрее, в мультиварке-скороварке. Все, и приступаем, значит, дальше мы ожидаем 18 минут, пока наш жмых сварится. Процесс варки завершен, мультиварка, значит, у нас остановилась, выключилась. Нажимаем на стоп, и дальше мы должны сбросить пар. Открываем крышку. Вынимаем. Вот видите, как красиво у нас тут все получилось. Вынимаем нашу чашу и ставим охлаждаться куда-нибудь. Ну, или на балкон, или куда-нибудь на подоконник. Нам необходимо сейчас будет охладить получившийся отвар до температуры где-то 40 градусов. Чтобы внести сок, чтобы у нас морс остался наш живой. Кроме морса, я еще хочу добавить туда меда, что тоже желательно делать уже при температуре ниже 40 градусов. Приступим. Наш морс охладился. Сейчас будем вносить мед и сок. Можно сделать не на меду, это у меня просто мед был, для вкуса я решил добавить мед. Можно сделать не на меду, можно сделать сахаром, но сахар лучше тогда проваривать вместе со жмыхом. Все, сейчас будем вносить мед. Градусник я уберу. Если добавлять сахар, то сахара лучше добавить, еще раз повторюсь, сразу при варке жмыха. Сахара добавлять на такое количество воды где-то 200 грамм, 200-250 грамм. Ну, я люблю сладкий, вся семья тоже любит сладкий, дети. Поэтому я побольше добавляю. Все, этого, я думаю, будет достаточно. Сейчас мы все это дело растворим. И
внесем наш сок. Мед у нас разошелся, все, полностью растворился. Теперь добавляем свежевыжатый сок, клюквенный, наш фреш, который хранился до этого в холодильнике, до того, как остыл. Теперь мы его переносим сюда. И, в общем-то, морс готов. Осталось его теперь охладить полностью до какой-то такой питейной же температуры. Перемешиваем все. Вот единственное, что я вот еще, как бы у меня члены семьи не очень любят, чтобы в морсе плавали все эти шкурки там и так далее, мякоть. Поэтому я еще сейчас буду перецеживать. А если кто-то любит, то можно уже даже сейчас пить с удовольствием. Итак, вот сейчас я морс процежу и уберу его в холодильник для дальнейшего охлаждения. Морс мы наш процедили, охладили. Напиток здоровья готов. Приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!